В Ульяновске завершился очередной турнир по водному полу среди юниоров. За медали боролись 6 команд из 4 бассейнов города. Возраст игроков от 10 до 15 лет, и все они воспитанники ульяновских секций. Судьи соревнований отметили хорошую технику игры у участников, а в упорстве и воле к победе юниоры не уступали своим старшим коллегам. Данный турнир называется «Битва бассейнов», проводится второй раз. Для чего? Для привлечения как можно больше детей в спортивные секции по водному полу, чтобы больше людей занимались этим видом спорта. И формирование из этих ребят в дальнейшем команду, сборную города Ульяновска и области. Старт соревнований был дан в групповых этапах, которые выявили участников плей-офф. Накал страстей здесь не меньше, чем у взрослых. Один из факторов победы – поддержка родных и близких. Семья Седовых в полном составе пришла поболеть за своего старшего сына, для которого водное поло стало неотъемлемой частью его жизни. Сын очень доволен, и, соответственно, довольна очень мать, потому что сын увлечен. Младшее поколение пошло немножко по другой стези, на спортивной гимнастике, но я думаю, что мы наверстаем обязательно и пополним ряды ватерполистов. Почти в каждой команде наравне с мальчиками выступали и девочки. Играют они ничуть не хуже парней. На равных с ними забивают голы и отрабатывают в защите. Мне нравится здесь командная игра, здесь все дружные. Нравится обсуждать эту игру, рассказывать. По итогам соревнований золото взяла команда «Искра Аврора», серебро досталось команде «Форма», а тройку лидеров замкнула «Искра». Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.